Приветствую вас. Ну, не сложно как бы догадаться, что в этой позиции вас, в этой ситуации, точнее, извините, у вас несколько странная позиция, я бы сказал, она у вас здесь такая несколько жертвенная, вот, где как будто бы вы ни на что не ставите себя, позиционируете себя как жертву, говоря, что вы одна с ребенком и ипотека. Еще вы делаете вывод, что и ребенок, и ипотека, в принципе, это результат вашего такого вот общего глобального положения поведения. Ну, такая вот у вас стратегия поведения, как мне кажется. Вот. И на мой взгляд, крайне важно на это обратить вам свое внимание, да, не на то, что вот сейчас происходит, а вообще вот глобально по жизни, да, так вышло, что вы одна с ребенком и ипотекой, как так вышло, что отец ребенка не платит алименты, как так вышло, что вы одна, что вам никто не помогает, как так вышло, что это все произошло. Но не в том плане, да, чтобы там вас обвинять в чем-то, нет, но в том плане просто, чтобы понять, чтобы разобраться, чтобы как-то вот вам было несколько, ну, очевиднее то, что происходит. Вот сейчас мне кажется просто, что вам это не очевидно ни разу. Вот. Потому что ничего совершенно не бывает. Вы даже вопрос свой задаете, да, вот говоря о том, как мне смириться. То есть зачем мириться-то? Вот, можно же, в принципе, все изменить, не просто все изменить, а можно и ситуацию изменить, и свое отношение изменить, и как бы контроль над своей жизнью взять. Вот. А сейчас получается, что контроль над вашей жизнью, она у начальника. Вот. Она не у вас, она у начальника. И, ну, вы находитесь по этой вот причине, как мне кажется, в состоянии жертвы. Вот. Можно ли это изменить? Да, конечно, можно. Легко ли это изменить? Наверное, нет, если вы жили так вот какое-то время, то я боюсь, что нет, я боюсь, что нелегко, нелегко, вот. Но может. Это изменить, в принципе, может. И я бы, наверное, сказал, наверное, что нужно, потому что, ну, ситуация действительно выглядит очень сильно выглядит изматывающе. Ну, вот, и я понимаю, что вам на самом деле тяжело. Но если вы невнимательны к себе, вот,
например. Если вы невнимательно к себе относитесь. Допустим. Если вот какие-то ситуации в своей жизни вы игнорируете. Допустим. Если вы привыкли ну, игнорировать себя, допустим, то, конечно, некоторые трудности у вас будут, безусловно. По-другому тут не бывает. В первую очередь это вот, в какой-то степени невозможность свои границы выстраивать с людьми другими. Вот, это вот первое, наверное, что, что в глаза бросается. Достаточно ощутимо, достаточно сильно. Вот. Второе, это то, что вы похоже, не замечаете момента, когда переключается ваше внимание на другого человека. То есть, ну, вот на человека извне. Вот, человека во мне. Этого как будто бы не замечается. Как будто бы вы этого не видите. Что вы переключились. Вот когда вы говорите, например, что ваш начальник там устраивает, да, ад, когда узнает, что вы собираетесь уходить. Вот, и приходится срочно все закрывать и налаживать отношения. Но это же ваш выбор. Все закрывать и налаживать отношения. Вот. Вы так делаете. Хотя он вас не увольняет. Мать. То есть как будто бы вы ждете от него разрешения. Я думаю, что так не только в случае вот с ним, начальник. Я думаю, что так происходит и с другими людьми тоже. Просто вы вот наиболее ярко заметили это. Именно вот в этой ситуации, но не она одна такая эта ситуация, скорее всего. Вот. Так что здесь нужно, как мне кажется, поисследовать вашу жизнь вообще. Ну, вообще, вот, просто вот. Как и что, ну вообще. С вами происходит в вашей жизни. И дальше уже смотреть на то, куда вы можете ее направить, куда вы можете направить свою энергию, куда вы сейчас ее направляете. Вот. И насколько вам вообще хочется это все делать. Я имею в виду направлять свою энергию.
когда, ну, куда сейчас вы направляете? Вот. Понимаете? Какая штука. Вот такой аспект и такой ответ я могу вам дать. Вот. Сейчас. То есть понятно, что у начальника вы не измените, но зачем ему меняться, да? Для чего ему меняться? Если вы его вот так не понимаете, если он чувствует, что вы зависимы от него. Зачем меняться? Просто помните. Вот. Смириться и вот как вы хотите. Спокойно жить. Для этого нужна гармония. Гармония внутри вас больше, нежели чем вот во внешнем, во внешних факторах. Вот. Гармония в вас нужна. А вас и нет, потому что вы говорите, что уходить, если я уйду одна, а никуда, там, у меня ипотека, ребенок, всякое такое. Вот получается, что вы жертва. Об этом и речь сейчас. Как раз. Надеюсь, что вы это понимаете. Нет, надеюсь, что в этом вы будете отдавать себе отчет. Вот, потому что это важно. И больше будете пытаться вот полагаться на себя, вот, а не на других людей. Даже если эти люди имеют какую-то большую значимость для вас. То есть проверять, не искусственная ли это, значимость. Вот. Сейчас просто вот выглядит сейчас это таким образом. К сожалению. Вот. Ну и чувствуется, конечно, что вы достаточно одиноко себя ощущаете, да, вот, ну, чувствуется этот момент. Вот. Чувствуется, что как будто бы вам вот, знаете, ну, некому вот, не с кем поделиться своими ощущениями, вот, своими переживаниями, вот такое у меня, по крайней мере, возникло впечатление. Вот, как будто вы, ну, знаете как, вот
ну, дорвалась, вот, знаете, как будто дорвалась вот, до кого-то, кто вас выслушал. То есть вы очень, вот, ну, как будто бы голодные, вот, голодные до вот, какого-то общения. Да, для вас это может быть вот такой способ, да, вот себя проявить, вот, в том числе сейчас, потому что вполне вероятно, что если бы не эта ситуация, то вы бы не обратились бы к нам, не рассказали бы нам о том, что вас беспокоит. Но еще раз обращаю ваше внимание, что вы предлагаете как бы себе смириться с этой ситуацией. То есть вы и не надеетесь эту ситуацию изменить. Вы не надеетесь, что что-то у вас вообще получится. Вот, вы на это даже не надеетесь. Вы просто вот хотите смириться. И чтобы вам было спокойно. Ну, если ответственность за ваше спокойствие лежит на другом человеке, вот, то будьте уверены, что его нарушит. Итак, значит, мой руководитель меня не уважает. Ну, руководитель, человек, который себя не ценит, да, не уважает сложно. Вот если человек себя не, ну, человек сам себя не уважает, сложно это делать. Вот, просто вы сами, вот, ну, транслируйте вот такую модель отношения к себе. Сами, по сути, учите вот людей, да, ну, может быть, даже я, может быть, неправильно сказал, да, но сами учите человека со стороны, как с вами общаться, как с вами обращаться. Ну и в итоге ситуация, ну вот, достаточно грустно получается. Вот. Ага, что вам делать с этим? Я бы сказал, что вам уже самой нужно решать эту ситуацию. Вы можете, в принципе, заняться психотерапией, вот, вы можете поизучать свою жизнь немножко, вы можете поисследовать свою жизнь. Вот,
лучше себя узнать и так далее. Вот. Ну, а можете, как бы, действительно, вот, пытаться, вот, как-то смириться с этим, но какой ценой вы это будете делать? Это, на мой взгляд, очень важный момент. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. А вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Решения ваших трудностей. Обращайтесь за помощью. И, не затягивайте с этим, потому что вам она нужна.